Добрый день. Сейчас я вам расскажу, как настраивать время на часах G-Shock. Сначала с помощью кнопки Mode ищем табло со временем. Вот. Допустим, сейчас у нас табло уже со временем, я покажу, как искать. Здесь таймер, секундомер, будильники. Вот, да? Что у нас здесь на табло? Здесь у нас часы, минуты, секунды, которые идут. И день недели. А, нет, извините, это не день недели, это часовой пояс. В общем, это не так важно. Дальше нажимаем на кнопку редактирования, это forward. Зажимаем ее и ждем, пока загорится какое-то из значений. Загорелись секунды, но секунды мы не будем редактировать. Редактируем другие значения. Нажимаем опять на кнопку mode для выбора. Вот. Вот, для выбора режима времени, для выбора часового пояса. Вот, нажимаем на кнопку реверс сверху, вот, и листаем. Вот. Для нас это плюс 3, вот. Но так как в списке нет Москвы, то на есть в списке какой-то джет. Вот. Это у нас Кувейт, Найроби и Москва. Так называется, сокращенно JET. Вот, находим в списке JET. Вот, нашли JET. Все, дальше нажимаем на мод опять. У нас загорелись часы. Часы пока редактировать не будем. Вот. Будем редактировать выбор показа времени. То есть 12-часовой и 24 часа. Выбираем с помощью кнопки реверс 24 часа. Вот, 24 часа. Дальше опять на кнопку мод. Вот, выбор настройка года. Вот. Сейчас у нас на дворе 2013 год. Кнопка реверс. Достигаем этого значения. Кстати, кнопка реверс – это увеличение, кнопка adjust – это уменьшение. То есть можем нажать на adjust. У нас идет на минус. Сейчас нам нужно увеличить, поэтому нажимаем кнопку реверс. Вот. Дальше опять на кнопку mode. Но рукой не особо удобно настраивать. Дальше мы редактируем дату и месяц. Значит, сначала идет месяц, потом дата. Так, сейчас 10 месяц. Вот. Дальше опять нажимаем мод. Мод. Меняем дату. 30 число. Так. Все настроили, дальше опять мод. Сейчас не знаю, что это за значение, но настолько важно. Опять нажимаем мод. Одну секунду, мы уже не будем редактировать. Будем редактировать часы. Вот, сейчас у нас 23 часа 31 минута. Нажимаем на реверс для увеличения. 23. Так, дальше опять мод. Переходим на минуты. Так, 31 минута. Раз, два. Ой, сори. Можно уменьшение просто сработать. На adjust нажимаем, уменьшаем значение. Так, 32 минуты. Вот, все. Теперь просто нажимаем на кнопку forward, и стрелки сами станут на свои места. Ждем. Еще один кружок и все. Если вдруг стрелки не встали на свои места, хотя это бывает, ну, по крайней мере, у меня такого еще ни разу не было, то это можно вручную отредактировать. То есть стрелки сами можно еще подкорректировать. Тут у нас все нормально настроилось. В принципе, вот и все. Время мы с вами настроили. Можно посмотреть различные режимы данных часов. Вот. Это режим таймер. Нажимаем на кнопку
реверс. Вот, идет отсчет таймера. Также есть у нас здесь секундомер. Также нажимаем на реверс. Пошел секундомер. Опять нажимаем мод. Выбираем. Это будильники. Здесь, по-моему, если не ошибаюсь, 5 будильников. Раз, два, три. Вот. Это как раз режим на ручной настройке стрелок часов. Вот. Но мы здесь менять ничего не будем. У нас все хорошо стало. Вот. В принципе, все. Вот. Спасибо за внимание. Если остались вопросы, можете задавать мне по электронной почте. До свидания.